Свято место пусто не бывает. В регионе назначен новый уполномоченный по правам ребенка вместо Татьяны Степановой, на минувшей неделе добровольно покинувшей свой пост. Кресло заняла Татьяна Океанская, преподаватель 67-го лицея областного центра. Функции уполномоченного она выполняла на своем прежнем рабочем месте. Также активно участвовала в деятельности предыдущего уполномоченного. К работе в новой должности Татьяна Океанская приступит в понедельник, 1 июля. О дальнейшей карьере Татьяны Степановой информации в СМИ не поступало.